плохо, наверное, и нужно сожалеть, что вот мы за счет одной трагедии, потому что как-никак в этой семье была, произошла трагедия, как бы уже вот в течение 3 недель пресса, комментаторы, аналитики как бы только об этом и говорят. Но мы вынуждены так делать, потому что все-таки это Республика Молдова, это люди, которые, это органы, в которых люди должны верить, Министерство внутренних дел, прокуратура, суды и так далее, и так далее. То есть, если мы все-таки не пойдем до конца с этим случаем, то мы рискуем вообще потерять полностью стабильность государственных структур.